В прямом эфире вы смотрите новости. В Караганде объявили имена победителей второго тура интеллектуальной игры «Лидер 21 века». В совместном проекте агентства «Хабары» и Министерства просвещения участвовали 700 старшеклассников со всей области. Отборочный тур на районном уровне прошли 150 школьников. Лучшая пятерка юных интеллектуалов получила путевку на финальную игру. С ними встретились наши корреспонденты. Күнгі қортында бойынша Сабитова Диана Абаяуданы, Тілеу Али Шахтинс қаласы, Асанова Гүрнеса облыстық мектеп Теміртау қаласы. Келесі турға өтті. О победе во втором туре интеллектуальной игры карагандинским школьникам сообщили специалисты регионального научно-практического центра Сарар-Хадарыны. Трое из них из Шахтинска, Темиртау и Абайского района. С ними связались через интернет, а две победительницы проживают в Караганде. Еркинас и Жулдыз лично встретились с педагогами центра. С финалистками обсудили дальнейший план подготовки к предстоящим этапам игры. Жалпы республикаға бару, да? Для меня участие в интеллектуальной игре – большая ответственность. Постараюсь достойно представить свою школу и город. Буду всерьез готовиться к финалу. Конечно, мы настраиваемся на победу. На нас возлагают большие надежды. Будем готовиться, много читать, расширять кругозор. Ведь вопросы будут не только по школьным предметам, но и шире. Это и культура, и спорт, искусство, и литература. В первом отборочном туре участвовали 700 старшеклассников. Они отвечали на 30 вопросов. Второй областной этап более сложный. Тест состоял из 60 заданий. По условиям игры путевку в финал получат 5 учеников из каждого региона. Как показал конкурс, дети из малых городов и сел не уступают по уровню знаний сверстникам из школ для одаренных детей. Теперь с ними будут работать методисты, психологи и преподаватели вузов. По словам заместителя руководителя научно-практического центра Сарар-Хадарыны, юным интеллектуалам предстоит нелегкая задача. Они должны не только показать блестящие знания, но и не пасовать перед телекамерами. Мы организуем для финалистов интеллектуальной игры двухнедельный подготовительный курс. В его программу входит психологическая подготовка, работа с дикцией, ведь им предстоит участие в телевизионных съемках. Естественно, еще раз закрепим знания по разным предметам, в том числе математики, физики и логики. Наставники намерены подойти к подготовке ребят к телеигре со всей ответственностью. Ведь по успехам школьников зрители будут судить и об их профессиональном уровне. Но самая главная ценность интеллектуального шоу в том, что оно прививает детям любовь к знаниям, уверены педагоги. Амир Хайдаров, Руслан Нурланулы, Сайлау Игликов, Караганда, 24 KZ.